Всем привет! Ну что же, приступаем к разборке данного блока для последующей модернизации и покраски. Берешь шприц побольше, иголочку потолще. В этом деле главное не торопиться, все потихонечку.
Так, ну что, все готово. Осталось снять всякую мелочь, панель, в принципе, и все остальное. Колеса. В принципе, все. Вот так выглядят колеса. Ну, в принципе, все. Так, пляшем дальше.